Мой отец всегда любил говорить, что я любознателен. Нам всем интересно, что там? Но для меня это всегда было чем-то большим. Будучи чужаком в своем мире, я выбрал собственный путь. Пройти через все свои путешествия, через все пути в неизвестность, я осознал, что было лишь одно, что я так долго искал. Место, которое можно назвать домом.